Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать на данной трибуне, тем более я не имею никакого отношения к здравоохранению города Москвы. Ранее работал в Москве, сейчас возглавляю отделение гнойной реанимации в областной клинической больнице города Твери. У нас небольшая реанимация на 6 коек. Мы аккумулируем всех тяжелых гнойно-септических пациентов различной локализации, различной этиологии с Тверской области. У нас нет фаст-трака. Мы практически не берем таких пациентов просто полежать в реанимации после операционных. Ну, небольшое количество их есть, но основная масса пациентов, это, конечно, пациенты с тяжелой органной дисфункцией и СОФ и больше 5 баллов. В том месяце уже говорилось о сепсисе, его очень много, все заседание было посвящено. Несмотря на это, хотелось еще раз сказать, что сепсис остается глобальной проблемой здравоохранения. Несмотря на все наши усилия, несмотря на развитие медицины, количество пациентов с сепсисом становится все больше и больше. Мы должны понимать и быть честны, что сепсис – это основная причина летальных исходов наших пациентов, это основная причина летальных исходов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Если посмотреть, какова частота летальности у пациентов с септическим шоком, она будет сильно различаться в различных регионах. Мы должны понимать, в зависимости от того, какие инвестиции вкладываются в здравоохранение, это один из последних метаанализов, который показывал летальность при септическом шоке. Средняя летальность, она составляет 40%, она остается очень высокой, несмотря на то, что на все достижения, которые мы применяем. Мы должны понимать, чтобы понять, почему такая высокая летальность, мы должны немножко углубиться в патогенез, и особенно в патогенез грамотрицательного сепсиса, который сейчас превалирует, наверное, по этиологии. И должны понимать, что очень важную роль в патогенезе и в летальности играет так называемый эндотоксин. Это компонент литолипосахарид, это компонент микробной стенки грамотрицательных бактерий, который является мощнейшим активатором иммунной системы, когда он попадает в кровоток человека, и он вызывает вот этот каскад, патологический каскад неблагоприятных реакций, в дальнейшем приводит к синдрому полиорганной недостаточности. Мы должны понимать, что уровень эндотоксина он будет отличаться у различных пациентов, и его определение очень важно для понятий прогнозирования исходов и, наверное, быстрого реагирования на состояние пациента. И чем больше уровень эндотоксина, тем больше тяжесть состояния пациента и тем больше тяжесть по СОФИ. Есть несколько методик определения эндотоксина, мы сейчас используемся. Я буду показывать фотографии, только те, которые применяются в нашем отделении, то, что мы используем в нашей практике, и попробую сейчас поделиться своим опытом. Это один из тестов, который недавно предложен, это имуноферментный анализ, это определение уровня эндотоксина, аппарат, предложенный канадской фирмой. Он определяет количество эндотоксина от 0 до 1. Мы должны понимать, что уровень высокий эндотоксина – это больше 0,6, и он более четко коррелирует с тяжестью состояния у пациентов с высоким баллом по шкале СОФА и с более высоким уровнем лактата. Для чего это надо? Нам надо рекомендуется определять определение уровня эндотоксина в первые сутки, для того, чтобы принять решение о проведении каких-то экстракорпоральных методик, потому что очень важно раннее начало этих методик и их применение. Поэтому если есть такая гипотеза, что эндотоксин определяет те же состояния, то, наверное, было бы логично понять, что выведение эндотоксина у пациентов с его высоким уровнем как-то будет влиять на выживаемость у наших пациентов. Но если обратиться, это называется по-английски blood purification, если обратиться к различным гайдлайнсам, а Survival Sepsis Campaign говорит, что мы не принимаем никаких рекомендаций относительно использования метода очистки крови, потому что необходимы дальнейшие исследования для принятия каких-то решений по понятию места этих методик в интенсивной терапии. Проблема, которая стоит перед клиницистами, это противоречивость различных исследований, особенно РКИ, Абдомикс и ЕФАС. Это отсутствие каких-либо больших исследований в этой области, если сравнивать крупные исследования, которые считаются в экстракорпоральных методиках, это 300-400 пациентов. Очень большое количество кейс-репортов. Да, сравнить с коллегами из кардиологии, которые докладывают о включении в РКИ 10-12 тысяч пациентов. Здесь количество пациентов гораздо-гораздо меньше. За исключением Японии, где активно применяются экстракорпоральные методики, особенно тарамексин, они докладывают о нескольких тысячах в их РКИ, по несколько тысяч пациентов. А в различных регионах эти методики могут существенно отличаться, и к сожалению, до сих пор не существует никаких методик стандартной отчетности. Есть какой-то здравый смысл, которому мы должны придерживаться. Одно из последних публикаций на ACKM в этом году опубликовано.
японские коллеги, более там, практически 3000 пациентов, включенные в РКИ. Из этого исследования следует понимать, что у использования гемоперфузии, если мы говорим о доказательной базе, то, конечно, в первую очередь это говорится исследование использования японских колонок таромексина. Гемоперфузия с таромексином не влияла на выживаемость, влияла на выживаемость у пациентов при септическом шоке, но не влияла на выживаемость у пациентов сепсиса. То есть надо понимать, кому и когда применять эти колонки. В сентябре 2018 года сейчас опубликовано так называемый EFRATS trial. Это одно из крупнейших исследований по гемоперфузии таромексином. Это более 450 взрослых пациентов, которые проводил в Северной Америке, 55 центра. Оно кончилось набор окончился в 2017 году, и вот в журнале JAMA была опубликована эта статья вот в сентябре 2018 года. И это показало, что использование гемоперфузии таромексином не влияло на выживаемость у пациентов с септическим шоком. Но авторы говорят, начинают обсуждать, почему это появились такие результаты. Наверное, скорее всего, начиналось позднее начало, несмотря на то, что гемоперфузия проводилась у пациентов с уровнем ЯА выше 0,6 в течение первых суток. Относительная доза времени, продолжительность гемоперфузии, вероятно, была мала, и потому что выявилось огромнейшее количество пациентов с крайне высоким уровнем эндотоксина, когда использование стандартных методик, это гемоперфузия там, 120 минут, они были неэффективны. И, наверное, было не очень адекватно определялся уровень эндотоксина в крови. Какие инсайты мы вынесли из этого исследования? Эндотоксимин, на самом деле, оно не встречается, высокая эндотоксимин, на самом деле, встречается не у всех пациентов с септическим шоком. Мы наблюдаем у себя, что пациент находится с высоким лактатом, на высоких дозах вазопрессора, но при этом я у него там 0,4-0,5, особенно это пациенты длительно лежащего отделения реанимации. Мы должны понимать, что высокий уровень эндотоксемии, он связан с высоким уровнем летального исхода. И гемоперфузия, особенно с таромексином, она уменьшает проявление органной дисфункции при септическом шоке, но пока еще не доказано ее влияние на летальность, 28-дневную летальность при септическом шоке. И мы должны понимать, что эта методика должна применяться у пациентов именно в этом окне ЯА 0,6-0,9. Какие проблемы сейчас стоят вот перед клиницистами, особенно стало передо мной, как в заведующем отделении у нас, это выбор девайсов, предыдущий докладчик тоже об этом затронул. На нашем рынке предложено пока там 5 картриджей, 5 девайсов, которые позиционируют себя как для удаления эндотоксина. Сейчас хотелось бы несколько обсудить свое видение по этому проблеме. Но один из них это LPS Absorber Alteca, шведская фирма. Она достаточно давно уже представлена на российском рынке, позиционируется как удаление для удаления эндотоксина. В городе Москве, я понимаю, накоплен уже колоссальнейший опыт по использованию этого адсорбера, причем, как тоже мне складывается впечатление, наверное, один из самых больших в мире. И при этом у нас тоже нет никаких больших РКИ по этому поводу, но если посмотреть в литературе, очень представлено большое количество различных кейс-репортов о положительном опыте этого применения. А доказательная база тоже в основном, если посмотреть статьи, то это в основном статьи наших отечественных авторов. И проводится сейчас в Швеции, на родине этого девайса, только начал проводиться пилотное многоцентровое исследование ассет по эффективности использования Alteca Absorber, но результаты пока еще не получены. А другой девайс отечественного производства – это Toxipak, который появился на отечественном рынке порядка 2 лет назад. Его сорбционная емкость, как составляет, заявляет производитель, одна из самых высоких на уровне таромексина. На самом деле сейчас тоже отсутствуют какие-то пострегистрационные исследования. На самом деле какая сорбционная емкость этого девайса, она не очень понятна. И существуют определенные проблемы с антикоагуляцией. Требуется большое количество гепарина. В нашей практике был там тромбоз контура с последующим взрывом колонки. После этого мы так отказались от рутинного использования данного девайса. Также все публикации, которые я нашел в прессе, они, если так честно сказать, они достаточно невысокого качества, и они больше основываются как какие-то кейс-репорты, а там 1, 2, 3 случаев.
И другой девайс, который тоже появился на нашем рынке не так давно, по-моему, год назад, это Decept LPS, который тоже является производителем достаточно высокой сорбционной емкости. Она может применяться в нескольких таких вариантах, это все наши фотографии, это как для гемонетика, так для существуют коннекторы для мультифильтрата, но то, что на самом деле есть, у нас наиболее большой опыт использования этого девайса, как оказалось в Российской Федерации, нету никаких пострегистрационных исследований, хотя мы предлагали их там провести, непонятная сорбционная емкость. Вопросы стоят с антикоагуляцией, хотя там производители изначально заявляли о практически ненужности применения антикоагулянтов. Мы получили там несколько тромбозов контуров и колонок. И, конечно, к сожалению, качество сборки оставляет желать себя лучшего. Все доказательная база, которая есть, она тоже опубликована в виде каких-то кейс-репортов, причем нету никаких больших исследований. Там, если есть все в публикации, они там говорят о наборе там 3-4 пациентов. Мне, ну, вызывает это сейчас определенные сомнения. Другой девайс, другой картридж, о котором уже говорилось, это цитосорб, это тоже очень интересный картридж, который появился уже достаточно, ну, несколько лет назад. Сейчас в прессе он активно применяется во всем мире. Уже вчера читал, что накоплен опыт использования проведения порядка 40 тысяч процедур с помощью цитосорба. Он необходим для удаления цитокинов. Мы все вспоминаем эту очень знаменитую таблицу, что у нас пациенты в септическом шоке вначале находятся гиперцитокиномии, и в дальнейшем уже уходит в иммуносупрессию. Вот авторы предлагают использовать этот девайс именно в момент этого цитокинового шторма. Но, конечно, такие вопросы, как нам понять рутина к клиницисту, когда этот цитокиновый шторм развивается, когда он заканчивается, находится ли пациент в этой гиперцитокиномии или находится в иммуносупрессии. Вот это такие вопросы, которые стоят перед клиницистами, и, к сожалению, они до конца не решены. У нас есть уже достаточно большой опыт использования цитосорба и пациентов с тяжелой ожоговой травмой, и пациентов с острым панкреатитом, но в дальнейшем мы хотим это, конечно, опубликовать. Это одна из последних статей, которая уже была здесь представлена, что девайс для удаления цитокина, они уменьшают проявление органной дисфункции и те же состояния при септическом шоке, но необходимы различные РКИ для оценки эффективности проведения этих методик. Это один из кейс-репортов, который опубликован в англоязычной литературе с нашим участием. Конечно, в первую очередь сейчас для цитосорба необходимо понимание точек применения и вот этих лабораторных методик начала. В этом плане, я думаю, что, наверное, очень интересен будет использование определения уровня интерлейкинов 6. Липосорб – это белорусский девайс, нашел тоже совершенно случайно. Некоторые коллеги из стационара в Москве говорили, что он есть. Не могу сказать по его применению. Наверное, коллеги из Склифосовского имели опыт применения. У белорусов защищен несколько кандидатов работ по эффективности этого картриджа, но там тоже оставляют желать лучшего какие-то пострегистрационные исследования. А оценки эффективности применения селективной сорбции, то есть на что мы должны оцениваться, это, конечно, динамика уровня прокальцитонина, динамика уровня ЯА, если она есть, я понимаю, что не во всех стационарах она применяется, динамика уровня лактата ЦРБ и динамика по шкале СОФА. В нашем небольшом стационаре как бы так получилось, что у нас практически есть все сорбционные колонки, которые представлены на отечественном рынке. Мы для себя определились с критерием начала, это те же состояния у пациента больше 5 баллов по СОФИ, нестабильность гемодинамики и повышение уровня лактата и повышение уровня ЯА выше 0,6. Небольшой кейс-репорт наш. В этом году мы столкнулись, Тверская область столкнулась, как никакой другой регион в Российской Федерации, с тяжелой пневмонией, H1N1. Поступила семья, муж и жена, 56 лет, мужчина с тяжелым ОРДС на фоне гриппа. К сожалению, через 7 суток пребывания в ОРИТ он погибает. На следующий день от его гибели поступает ее супруга, тоже с тяжелой пневмонией, H1N1. Она в первые сутки она причем поступила на скорую помощь, на спонтанном дыхании, сатурация 70, и привезли в районный ЦРБ, сразу же переведена на искусственную вентиляцию легких.
легких, и вначале, там, учитывая все там рекомендации, она, ну, тяжесть ее состояния не представляла у нас какой-то там, не вызывала каких сомнений. Но на шестые сутки состояние с резко отрицательной динамикой, крайне тяжелое состояние. Маркеры вы видите на экране, повышение уровня пресепсина там практически до 5000, когда я говорил, причем с производителями там пресепсина, они говорят, ну, очень редко таких пациентов мы видим с таким крайне тяжелым, высоким уровнем пресепсина. Это огромные, большие дозы вазопрессор, комбинация норадрена с дубутамином, к этой картине мы видим. Мы расцениваем как развитие у пациентки септического шока, тем более с трахеобронхиального дерева мы лоцировали там ацинетобактер баумани. Мы начинаем процедуру гемоперфузии с таромексином, мы проводили в течение 2 часов. Через 12 часов мы увидим значимое понижение провоспалительных маркеров, это снижение и пресепсина, и лактата, и практически на глазах мы ушли с высоких дозов вазопрессоров, там дозировка норадреналина уменьшилась 4 раза там, за 2 часа, а инфузия добутамина практически полностью прекратилась. К сожалению, пациентка погибает на 14-й сутки. Это секционная картина, это не печень, это ее легкие, это стадия красного печенения. Посмотрите, там практически полностью нет вот этой воздушной ткани. К сожалению, тогда как раз мы задумались о экстракорпоральной мембранной оксигенации. И вот это там не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря вот этим там таким случаям показательным, как бы мы вот наконец-то Тверская область пришла к тому, что ЭКМО необходимо, и мы его наконец-то закупаем. Очень много, большое количество есть публикации по комбинированной терапии, особенно у пациентов с тяжелым H1N1, что комбинация ЭКМО и гемоперфузии с H1N1 может повлиять на выживаемость пациента в критическом состоянии. Таким образом, какие проблемы сейчас стоят перед нами? Это нет никакой доказательной базы относительно девайсов отечественного производства. Нам необходим реестр, нам необходима выработка четких критериев, поэтому, на мой взгляд, может быть, тест я он несколько дорог и коммерциализован, но он является таким один из простых, который можно применять, ну, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Там он делается в течение 40 минут. И, конечно, необходимо проведение большого мультицентрового исследования в Российской Федерации. Выводы какие, что вот на наш взгляд, что использование экстракорпоральных методик детоксикации, там, удаление детоксина может повлиять на тяжесть органной дисфункции, но вопросы кому, когда и сколько, они все же еще остаются, и они остаются открытыми не только у меня, но и, понимаю, во всем мире. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.